ну видите эту бегущую девушку? Это Клаудия, которая думает, что мы уже в машине. Where are you running? Hello, Claudia, hello. I'm gonna kill you. Let's go. No. I will kill you. У нас сейчас перерыв. Кстати, у нас сегодня пара с преподавателем из Германии, вот с Берлина, вернее, в общем, с университета, в котором мы будем учиться в следующем семестре. Так вот, она с Берлина, в общем-то, видно, что преподаватель из Германии, она такая, знаете, все четко по делу, и вот отвечать ей нужно вот четко то, что нужно ответить, ни словом больше, ни словом меньше. Ну, в общем, вот так. Еще мы сейчас идем кофе выпить. Потому что, честно говоря, немного скучновато, я не знаю, почему так. То ли жарко в аудитории, то ли, не знаю. Вроде как она рассказывает нужные вещи, но как-то не воспринимается. Может, потому что мы больнее? Все, мы идем с университета уже домой. Вот, у нас сегодня была немка, как уже Катя рассказывала. И она такая вот, прям типичный представитель немцев, потому что она задает вопрос, и вот ты, если отвечаешь, если хотя бы ты приблизительно правильно ответил, она все равно задает уточняющие вопросы. Вот, например, она спрашивает там, какие преимущества там вот этой технологии. И там, например, Камила, наша девочка из Чехии, она отвечает, она экономит время. И она такая спрашивает, каким образом? Ну, Камила там объясняет, ну там это делается быстрее. И она такая, что делается быстрее? И то есть это в таком вот роде. То есть ей ответить на вопрос очень сложно, потому что нужно сказать именно то слово, которое она хочет, чтобы мы сказали. Да, вот так. Но в целом было очень интересно. Нам показывали, как работает логистика в самом предприятии, то есть на заводе, то есть, или как сказать, на фабрике. В общем, там, где все вот эти вот конвейеры, роботы. В общем, было очень интересно. И если презентация загружена уже в Ortus, то есть наш интернет-портал студенческий, вот, то я вам покажу там очень интересное видео есть. Мы с Димой вышли прогуляться, да? А еще, смотрите, мы купили круассаны. Мы купили на самом деле очень много круассанов. Вот, а купили мы их потому, что там очень большая скидка на них. Там после 7 вечера можно купить всю выпечку с 50% скидкой. И мы купили 6 круассанов за 2 евро. Вот, поэтому на завтра будет круассанный завтрак. А еще мы вот сейчас зашли в торговый центр по пути, ну как же мы могли не зайти. Вот в H&M, да, который я вам показывала, он очень большой. Ну, конечно же, мы не могли обойтись без примерки. Дима, что ты нашел? Кажется, ему понравилось. Да, я купил себе рубашечку, но это все равно не главная покупка сегодняшнего дня. Главная покупка — это вот эти круассаны, 6 штук за 2 евро. Класс. Вообще офигенно. Мы когда покупали, вот, девушка еще такая говорит, нет, вот это не берите, это сухое, это делался утром, это делался в обед. И нам как-то стыдно стало говорить, что мы вообще берем это на завтра, поэтому нам все равно. Да, нам вообще, мне даже все равно вкусно или невкусно. Я просто видел круассан, который можно купить за 30 центов, и я его купил. Смотрите, мне кажется, в Украине тоже есть такая. Нет, тебе не кажется, потому что в Украине есть такая сеть. Франсуа. Франсуа, да. Здесь написано французская пекарня с латышской душой. Да. Вот так. И Катя уже хочет 11 играть. Да, хочу. Сейчас сажу. Закинула его в микроволновку на минутку. Смотрите, какой он мягкий стал. Как будто только что с печи достали. Сейчас уже поздний-поздний вечер. Сейчас уже 11 часов вечера. Вот. И мы с Димкой в кровати. Вот Дима валяется. Вот я. Вот я только что смотрела очень-очень интересного блогера. Это девочка, которая ведет свой канал на YouTube, еще у нее есть аккаунт в Инстаграме, вот, и она снимает очень интересные влоги о своей жизни, вернее, о своем опыте больше, о саморазвитии, о
моде, о шитье, о жизни в Стокгольме. Вот, в общем-то, я так ее и нашла, потому что я интересовалась Стокгольмом, куда мы скоро поедем с Димой. Вот я ее нашла и просто зависла там у нее на канале. Пересмотрела почти все видео, все мне было интересно. И также она еще, представляете, жила полгода в Берлине, и она много рассказала про Берлин интересных вещей. Потом мне аж прям захотелось в Берлин. Вот. Девочку, кстати, зовут Элина Миронова. Да, вот так. Элина Миронова, она из Эстонии. Сейчас мы будем ложиться спать, потому что у нас завтра пары на 8 часов утра. Боже, как я ненавижу эти дни, когда нам на 8 часов утра. А еще завтра у нас очень скучный преподаватель. Именно он начинается в 8 утра, и вот до 12 его пара. И это просто жесть. И вообще, знаете, очень тяжелое расписание здесь. Я не знаю, как здесь вообще обычные студенты учатся, потому что расписание реально жесткое. У нас пары с 8 утра до 2. Один день у нас есть вообще до 6, раз в 2 недели, слава богу. С 8 до 6, вы только представьте. Это, блин, это даже больше, чем полноценный рабочий день офисного работника. Вот. И поэтому очень сложно. Знаете, даже иногда, вот как сегодня, был хороший материал, но просто было нереально скучно сидеть. Именно там 4 часа сидеть в аудитории. Это очень тяжело. Вообще не отвлекаясь. Это правда тяжело. Нужно делать какие-то маленькие перерывы. Но никто этого не делает. Вот. В общем, мы будем отдыхать. Всем спасибо, что нас посмотрели. Всем хорошего дня, не болейте, ведите себя хорошо. Всем пока!